Здорово, здорово, народка. Нас фоксами топаем на реку Десну. Предыстория к этой рыбалке стал мой последний выход по ловле спиннингу. Нашел я ямку метра три, наверное, глубиной. Сейчас стоит очень сильная жара. Днем доходит до плюс 34, июнь месяц. Вчера прошел на этот омут, прокидал его весь чебурашками, грузиками 24 грамма. Решил отправиться половить на фидер, потому что место интересное, там излучины реки. Раньше там был пляж местный. Это близ села Девятское, села, деревня. Не могу точно сказать, населенный пункт Девятское. Вот. Дорога туда очень проблематична, к этому месту. Кругом меня окружают вот такие вот великолепные большевики. Где они? Вот они. Он везде, просто большевик везде. Пройти очень тяжело. Но слава богу, есть дорога более-менее накатана. Вчера проходил, посмотрел. Следов присутствия человека очень мало. Сейчас времени у нас 3 часа утра. Будем ловить мы на 2 фидера. Взял мотыля, опарыша и червя. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, хоть поклевки увидим. Вот. Сам не знаю, здесь ни разу не был. Стоит туман в низине. Небольшой. Ну и посмотрим, что будет. И будет ли вообще что-нибудь. Я понял одну огромную разницу между спиннингом и фидером. Спиннинг — это одна коробочка, один легкий спиннинг, а фидер — это сейчас на данный момент у меня на спине 12 килограмм. И с этим весом надо пройти порядка 4 километров, чтобы выйти к месту ловли. Вот. Стоит очень жаркая погода. Сейчас ночью 22 градуса. Ну, это 22 на улице. В квартире это 29. В принципе, все. Сейчас подходим к месту ловли. Сейчас посмотрим, что здесь. О, туманище какое. Густое, густое туманище. Пришел на планируемое место ловли. Вот она как раз позади меня. Здесь излучина реки такая интересная. Ну и, соответственно, глубина. Я посмотрел, что рыба играет. Сейчас будем разбираться, смотреть, как, что, куда. Глубину я промерил, но я посмотрел. Ну, твердо. Это или песок, или глина, что-то такое. Ну и надеемся, то, что рыба здесь все-таки какая-нибудь стоит. Тут по кустам лазит. Какая-то живность. Вот, сейчас начнем собираться. Все, поехали. Время 4:10, сейчас закинулся на те глубины, где вчера промерялся. Прикормку использую вабик. Атраканты — это у нас Дунаев, мотыль, плюс кукуруза, плюс перловка, отдельно сваренная, добавлена в прикормку крупной фракции, для того, чтобы мало ли, если подлещик есть или плотва, чтобы они задержались на месте. Сейчас закинулся, смотрю, под берегом гоняет небольшая щучка. На течении видел несколько всполохов, как я понял, это голавль собирает сверху разных-разных жучков, паучков. Очень много мошки, комара нету. Очень много мошки, пока собрал фидеры, всего искусали, всю шею. Глаза, уши просто катастрофические. Я не знаю, откуда ее столько здесь, в кустах. Хотя, в принципе, да, где ей еще быть. Кусаю как не в себя, блин, как последний раз. Про руки я вообще молчу. Сейчас пока закинулся, пока тишина. Сейчас посмотрим, что будет. Сейчас будем усиленно на один фидер кормить, кормить, смотреть, что будет. Поставил мотыля-опарыша бутерброд. Вот она. Поставил мотыля-опарыша, на второй фидер поставил червя. Ну и посмотрим по результатам, на что будет первая поклевка, если вообще не будут. Ну, где-то у нас по запасу по времени часа 4-4,5 часа ловли.
Аж дальше станет солнце, будет в 7 часов уже будет невыносимо жарко. Поэтому буквально вот утренние такие часы, осталось не так много у нас. Народ никого нету, сейчас шел по берегу, нигде никого не встретил. Как в принципе и до этого рыбалки ходил за хищником, попадается. На спиннинг ловил, последнюю рыбалку буквально попался голавлик на воблер и одна щучка. Небольшая, наверное, на полкило, такая, плюс-минус. Посмотрим, что дальше будет. Так вот сюрприз плывет. Интересно, думки соберет, нет? По идее, не должен. Просто, блин, метров 7, наверное, да? 8. Бревнышко такое. Маленькое. Откуда, интересно, вырвало-то, блин? Там сверху по течению очень-очень большие перекаты. Но мелкие. Там, наверное, длиной метров 600. Такая полоса реки.
За почти 30 лет моего рыболовного стажа я первый раз в жизни поймал черепаху на фидер. Я ожидал поймать кого угодно. С вероятностью даже жерех. Бог с ним, всякое бывает. Но черепаху на мотыля и опарыша... Это со мной впервые. Короче, поймал две рыбки, одного голавлика небольшого и одну уклеечку. В конце рыбалки я все это покажу хозяйству. Продолжаются редкие поклевочки, такие шевелитки вертип. Рыба есть, рыба клюет, потихонечку проклевывается, но есть. Кто-то, видимо, выпустил, да, в речку, в Подмосковье. В Подмосковье, не где-то в южных областях там. Не знаю, там, ну, Краснодар, Ростов, где-нибудь, да, и Астрахань. Я вообще бы не удивился бы ни разу. Но в Подмосковье на речке, на фидер поймать такого зверя, причем черепаха такая довольно-таки крупная, взрослая уже. Отпустил ее в усвоясь, долго возился, кое-как отцепил, отпустил. Ну, это я даже не знаю, как это назвать. Удивлен, очень-очень сильно удивлен. Поймал одного карасика, сразу перешел на червя,
Поставил второй фидер тоже на червя, следом поймал двух окуней. И пока опять тишина. Так периодически выйдет, поклюет, пропадет, выйдет, поклюет, пропадет. Сейчас покормил немножко, сейчас точки ловли тоже поменял. Ушел с глубины, сейчас перешел под, наверное, тот берег где-то, плюс-минус, где-то метра два от того берега. Там получается свал. Весной, как я понимаю, здесь вымыло. И вот как карман, грубо говоря, как в этом кармане она и стоит. Сейчас проплывали байдарочники, поздоровались. Все-таки туристы приятные люди, приятно с ними общаться. Пока как-то так. Особо интересно, особо крупно не было ничего. Вот взбодрил только один карась своей детской поклевкой. Такой то, что спиннинг. И рыба заглатывает прям туда. То есть поклевки, если они редкие, если они происходят, то они жадные. Рыба заглатывает до конца. В принципе, и все. Время неумолимо. Подходит к 9 часам. Сейчас буду собираться. Изредка проклевывается маленький окунек. Но придется его все-таки забирать. Он заглатывает прям по самой не балуйся. Вот. Итогом сегодняшней рыбалки явился карась, голавлик, окуньки и уклейка. Ну и, конечно же, мне бы никто не поверил бы в жизни, наверное, если бы я это не снял. То, что клюет на мотыля с опарышем черепаха. Вот это очень-очень, блин, интересно, необычно. Еще не раз вернусь я на это место. Место интересное, прям хорошее, мне очень понравилось. Вот, надеюсь, вам было интересно. Сейчас собираемся, смотрим рыбу и уйдем домой. Пока-пока.